Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала, дамы из клуба по интересам. Для тех, кто зашел на мой канал первый раз, это шуточный ролик по мотивам канала «Страничка надежды». Эта дама, которая живет в Англии, обещает переехать в Россию, чудит, чудит и чудит, и демонстрирует нам свою чудную жизнь. А вот недавно она пропала с экранов интернета, но теперь появилась вновь и опять нас развлекает. Вышла Надя из тумана, с телефоном из кармана, будет что-то говорить и опять что-то творить, развлекать будет народ, широко открыв свой рот. Вот мы, зрители, которых она всех там забанила на своем канале, и которым она грубо и по-хамски отвечает, мы так за нее переживали, мы строили разные догадки, что там с ней случилось. Но я предполагала, что все дело в телефоне. Так оно и случилось. Во всяком случае, она нам так сказала. А мы думали и то, и другое, и третье. Возможно, она сказала нам неправду. Зрители гадали, долго Надю ждали. Не бездельничала, рукодельничала, шелмишку из старья покрывала. Вот не зря Надя время проводила, всех нас за нос и водила. Так что же было? А причина – телефон. Негодяй, негодник он. Надя долго ведь гадала. И опять не угадала. Старье новым не бывает. Кто-то технику ломает. Надька чинит телефон. Ну а плесни полон дом. Что на сердце лежит, о чем Надя говорит, это плесень и самоубийцы. Плесень в доме развелась, как же в дом-то пробралась? Надь, то пятна в телефоне старом. Хватит, говорят, Надюшка, проживать-то в доме даром. Вон что в Англии творится, каждый одинокий хочет утопиться. Так и прыгает с моста. Эх, какая красота! Хочешь домик получить, надо деточек родить. И тогда при всем при том будет вам готов и стол, и дом. Так Надя поступила. Родила деточек, ей дали дом и кормят ее вместе с ее детьми. А вот если бы у нее не было детей, то тогда бы пришлось Надьке тоже лезть на мост и демонстрировать самоубийство, чтобы ей дали жилье. Она нам так рассказала. Как она рассказала, так я и поняла. Что под сердцем на душе? Лошадиные картины. Любит Наденька картины, набралось полны корзины, тащит все старье домой, пополняет хламник свой. Все картины обветшали, с пылью плесень намешали, и висят все в паутине лошадиные картины. Растет плесень не спеша, коли черная душа.
Надя сказала, что весь дом у нее и даже картины покрылись плесенью. Чем же дело успокоится? Терками душами. Надька вся душой истерлась, и какао пить поперлась, все истерла деток души, льет вранье им прямо в уши. Про поездку в ветхий дом, чтобы счастливо жить в нем. Кто-то верит, кто-то нет. Вот нехитрый в чем секрет. Ну вот так я вам рассказала, что было. Что на сердце, что под сердцем, и о чем Надежда думает. А чем все кончится, мы будем наблюдать. Обсуждать, рассуждать – это нам не запрещено. Это Ютубом разрешено. А на этом я с вами попрощаюсь. Пока-пока. Заходите на мой канал. Мы еще поговорим, если Надька что-нибудь натворит.